Программа льготной сельской ипотеки стала бессрочной. Об этом заявил Михаил Мишустин на форуме по развитию малых городов, который открылся в Тамбове. Речь о кредитах для покупки или строительства жилья. Ставка останется прежней – это 3% годовых. Для многодетных семей есть хорошее подспорье. Единовременную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующего детей, можно направить на, соответственно, погашение ипотеки. Обсудили на заседании также вопросы благоустройства и развития территорий, строительства домов высокого качества в каждом регионе. Работа форума продлится до завтра. В нем участвуют архитекторы, эксперты, урбанисты, волонтеры и представители власти из 170 городов.